понял. Я задаю простые вопросы. Сколько весит одна лошадь? Кто знает ответ? Будет такой. Скажите, пожалуйста, с какого года символ нашего бренда лошади породы Клайдсдейл появляются в рекламе на телевидении? Очень хороший вопрос. Я расскажу, что они появились, стали символом бренда Bud именно с того момента, когда после отмены сухого закона именно эти лошадки. Вон здесь футбол можно поиграть. Красивые, волшебные, просто обалденные породы. Футбольный клуб «Зенит» и «Газпром Бад» организовывают для вас большой фестиваль футбола. Четвертый город нашего большого тура, в котором мы уже были, в Саратове. Волю с водкой на фоне. Вчера и сегодня вы сами прибыли на ВК-тесте. Впереди нас ждет Омск, Иркутск. В каждом городе мы отбираем 5 мальчишек молодости в России, которые поедут нас. Сотни все видят это действо, но на самом деле... Друзья, всем привет! Я вот такой вот с красной бабочкой вот тут. Пойдем к «Зениту». Обращаю внимание, здесь проходит мастер-класс по изготовлению подков для лошадей «Клайдсдейл». Вы можете подойти, посмотреть, задать вопросы и тоже поучаствовать в изготовлении подковы. То есть реально своими руками поработать с кувалдой. У кого есть такое желание, я думаю, все пацаны хотят...